Мими, ты мне дашь следующее лицо? Да, дам. Ты тоже радуешься? Да! Кочка, я хочу еще яичко. Ну что, давай. Как круто, молодец. Муа. Смотрите, у нее есть глазки. Познакомьтесь, это Кулочка Мими. Привет, друзья! С вами Кулочка Мими. И сегодня мы будем распаковывать яички с моим другом Стефаном. Познакомьтесь. Всем привет, ребята! С вами я, Стефан. И вы на канале Стефанчик ОТВ. И сегодня мы будем распаковывать яйца моей Кулочки, да, Кулочка? Да. Ребята, она нам обещала, что высинет много яичек и не будет повторов. А то помните, сколько повторов было? Давайте уже быстрее приступать к яичкам. Ну что, Мими, ты готова? Да, я готова. Ну, значит, начинаем. Мими, ну дай мне одно яичко. И давай, пожалуйста. Яичко, молодец. Ты тоже радуешься? Да. Красивое голубое яичко. Вау, крутая машинка. Смотрите, как она едет. Вот, смотрите, у нее открывается вот эта вот штучка. Вот так. И сюда можно положить маленькие детальки из лего. Она быстро едет. Смотрите, какой самосвал. Впереди кабина. Вот. Тут какая-то штучка. Еще у него есть такая штучка. Она закрывается и открывается. Вот такая вот машинка. Давайте приступать к следующему яйцу. Кочка, я хочу еще яичко. Ну что, давай. Ну давай, дай мне яичко. Ну дай хоть одно яичко, пожалуйста. Молодец. Интересно, что тут будет? Зелененькое простое яичко. Я его сейчас буду разбивать. Небольшая машинка с мороженым. Я бы тоже хотел мороженое. Смотрите, какая она быстрая. Смотрите, какая она хорошая и крутая. И если у нас будет много машинок и крутых, мы сделаем соревнование. Кто быстрее? Гонка! Вот тут вот написано «Эладо». Это означает, что эта машина подает мороженое. Кто хочет мороженое, ставьте лайки. Кулочка Мими, моя миленькая, да у меня одно яичко, хорошенький, молодец. Давай мне одно яичко. Интересно, мне так интересно, главное, что там был не повтор. Ну давайте откроем. И вау! Смотрите, какая-то машинка. У нее глазки, она вся яркенькая, желтенькая. Ее малка красивая. Кажется, она самосвал, она переводит нефть. Вот, смотрите, тут рисунок нефти. И написано, переводит она нефть. Молодец, Кулочка. Ты снесла много яичек, еще ни одного повтора. Продолжай в том же духе. Давай, дай мне одно яичко, И чуть-чуть. Молодец. Давайте посмотрим, что тут у нас. И вау, какая крутая. Тут человечек. А это что такое? Лава, что ли? Я не знаю. Давайте посмотрим на машинку. Какая она крутая, серая и быстрая. Везде написано опасно.
Вот тут тоже. Что она, интересно, возит? Наверное, какие-то камни, песок, нефть. Не знаю. Наверное, это очень опасная машина. Переходит в коллекцию. Кучка, что-то у меня все самосвальные машинки, которые помогают строить. Только одна с мороженым. Дай мне еще какую-то крутую, быструю и веселую. Пожалуйста, Кубочка, ну дай мне. Давай. Давай. И молодец, ты снесла мне яичко. Вау, фиолетовый цвет. Вау, это же эскалатор. Смотрите, какой крутой. Все двигается. И тут опять написано «Опасность». Вау, вот это двигается, вот это. Кажется, это точно опасная машина. Ребята, смотрите, как он круто копает. Хорошее яичко, курица, хорошее. Давайте поставим ее в коллекцию. Тен-тен-тен-тен-тен. Курица, ты так снесла быстрое яичко. Пап-пап. Давай посмотрим, что у тебя есть. Вау, это же желтый цвет. Давайте посмотрим, что внутри. Это же машина, которая перевозит молоко. Смотрите, у нее есть глазки. Так, у нее имеется большой бак. Он желтенький со своей фирмой. Она вся классная. У нее есть номер. Номер у нее «Ле» по-испанскому. Смотрите, какая она крутая. Прям мой любимый цвет. Молодец, Кучка. Пока что нет повторов. Давайте посмотрим на нее. И давайте посмотрим, как она будет ехать. Пейте, дети, молоко, будьте здоровы. Переходит в коллекцию. Ну что, будем просить опять еще одно яичко у моей Кучки, Мими. Давай. Вау, а ты что уже, снесла яичко? Как круто, молодец. Муа. Давай будем открывать. Быстрей. Смотрим вместе. И вау, это же мусоровоз. И тут опять мой любимый цвет. Вот такой вот у нас мусоровоз. У него стекло. Вот, смотрите. Тут стеклянные двери, вот, не так уж и много наклеек. Как он поднимает мусор, интересно, вот так берет, поднимает его и ложит. Потом стряхивает и опять поднимает и ложит, в общем, убивает мусор. Мусоровоз называется. Очень крутая машинка, переходит в коллекцию. Кулочка, ты уже сделала, Мими? Давай посмотрим. Ой, молодец, ты сделала. Смотрите, какое желтенькое, красивое яичко. Давайте посмотрим. А, это яичко было у нас желтое. И вау, это же бетономешалка. Смотрите, опять мой любимый цвет, классный. И тут опять, как всегда, предупреждают знаки об опасности. Сюда накладывают бетон, и она его сильно-сильно мешает. Ну что, переходим к следующему. Давайте поставим ее к остальным машинам. Мими, ты мне дашь следующее лицо? Да, дам. Ребята, давайте посмотрим. А ты уже снесла? Да. Я возьму яичко. Давай я тебя посажу. Высиживай. Ребята, смотрите, оно голубое, красивое. И давайте посмотрим. И это простой грузовик. Смотрите, тут надпись. Два цвета. Это зеленый и синий. Тут еще дверь такая крутая. Давайте посмотрим, что спереди. Тут у нас глазки, у машины глазки. Что интересно, очень круто. И вот и самое главное, багажник, где весь товар, который он перевозит. Переходит в коллекцию.
Кулочка, ты уже сделала яйцо, как всегда? Да. Молодец! Муа-муа! Давай я тебя поставлю на место, высиживай еще одно. Смотрите, какой квактал. Он черный, желтый и серый. Три цвета, еще такой машинки яркой не видел. Давайте посмотрим, что вот тут. Эта штучка поднимается, и он ей понимает классный металл, песок, землю. И вот это вот все. Смотрите, какой он. Отлично, твактал переходит в коллекцию. Кулочка, а ты уже снесла? Да. Вау! Ребята, вот последнее яйцо. 12-е. Нашей курицы Мими, да? Да. И что там такое? Раз, два, три. Вау! Это еще один грузовик. Смотрите, какой бок. У него тут дверь, запрет опасности и полная часть грузовика. Давайте посмотрим, что впереди. Тут у нас стекло, фары и уже не глазиков, как у этого грузовика. Что-то поменялось все. А давайте посмотрим, что с этого бока. И тут все такое же. Красивый грузовик, и он был последний. Приходит в коллекцию. Ребята, смотрите, какая у нас коллекция. Все благодаря курице Мими. Молодец! Муа! Высиживай еще много яичек. Ну что, ребята, жмите на колокольчик, и вы будете видеть новые подарки моих куриц. Ставьте много лайков и подпишитесь на канал. Ну что, ребята, пока!